светом и тьмой, под угрозой. Тьма наступает. В мире богов войны, где великий Артур принимал почести от малых богов, его таинственный меч Эскалибур простер свою магию и на наш крошечный и бесполезный мир. В нашей волшебной стране только жуки смогут оказать сопротивление страшной силе черной магии Мордрегона, повелителя теней, самого могущественного некроманта с начала времен. Его черная сила нависает над нами всеми. Я, Серимун, в прошлом великий волшебник Белого Ордена, принял на себя священную миссию остановить его продвижение. Мой поиск привел меня к замку графа Алонии. Я направился туда, надеясь, что в моих старых костях еще достаточно магии, чтобы я мог принести славу моему тайному ордену в последний раз. Во имя Тарантула. Кто вы? Ты! Как ты смеешь сюда врываться? Кто ты такой? Не знаю, кто вы такие, но я пришла за этим. Ой, святые небеса! Да это весит тонну! Старик, мы торопимся. Мы не можем ждать здесь целый день. Мастерство и хитрость. Мирна находится в окрестностях небольшой деревушки в королевстве Иркус. Там до нее доходит слух, который позволяет ей думать, что она уже почти достигла своей цели. Местные жители считают, что войска, патрулирующие эту местность, могут располагать недостающим фрагментом карты. Мирна должна быть очень осторожна, вокруг множество врагов. Ей лучше пользоваться хитростью, чем силой, чтобы добыть то, что ей нужно. Она должна найти... Давайте лучше я сам зачитаю еще раз, потому что мужик тихо говорит и медленно. Мастерство и хитрость. Она должна найти сержанта... Ты что ж такое? Мужик не заткнется никак. Короче, нам нужно... Она должна добыть один из трех фрагментов карты. Конкретно в этой миссии. Обращаю внимание, камера вращается, приближается и удаляется. Единственное, что она не делает, это угол наклона. Самому настроить нельзя. Так вот, вот общая карта локации. Наша цель — пробраться на северо... Ой, на юго-восток карты. Где-то вот здесь вот ошивается сержант. Сержант, злой сержант, у которого есть кусок карты. Его нужно будет убить. А потом покинуть локацию вот по этой дороге. При этом... В момент покидания локации нельзя, чтобы вот эти вот стражники нас преследовали. Либо тихо покинуть, чтобы они нас не увидели, либо их обоих убить. Так вот, мы управляем Мирной, одной из трех героинь, которые есть в этой игре, потом будет четвертый. Она как боец, так себе, слабенькая. У нее есть способность метать камни, отвлекать тем самым внимание противника и подкрадываться. То есть, если она вступает в бой...
Стража, сюда! То максимум с одним врагом. С двумя сразу уже проблематично будет победить. А с тремя так и вообще невозможно. То есть нам нужно либо избегать схваток, либо выманивать их и мочить по одному. Вот только что мы замочили какого-то там мотылька злого. И с него вывалился сахар. Сахар — это валюта в игре, внутриигровая. На сахар можно у торговцев покупать лечебные зелья, зелья магии и так далее. Вот опять торговец. Посмотрим, что у него есть в продаже. Вот у него в продаже, видите, всевозможные зелья, они стоят сахара. Вот, у нас сахара мало, поэтому сейчас мы ничего все равно не купим. Бежим дальше. Вот это хищное растение. Мимо него пробегать очень опасно. Может убить, оно убивает с одного удара. Но мы его можем слева просто обойти безопасно. Вон стражник, его можно выманить. По одному их можно мочить спокойно. Стража, сюда! Так вот, черный солдат. Черный солдат к вашим услугам. Черный солдат пошел. Отбираем с него белый сахар. Могут вывалиться с убитых врагов экскременты, в прямом смысле экскременты. Мозги, кровь. Это все можно употреблять в пищу. Вот грабитель, посмотрим, может быть, после него мозги вывалятся. Так, грабитель тоже пошел, белый сахар. Мозгов, кишок нет. Так вот, всякие там экскременты, мозги и так далее, они восстанавливают здоровье, но уменьшают количество дух, синяя полоска духа. То есть, я так понимаю, дух нужен для заклинаний, но она-то не магичка, поэтому ей, я так понимаю, дух этот вообще, в принципе, и не нужен. Вот тут, вот видите, сколько много стражников. То есть сейчас мы не можем высунуться особо, потому что с тремя мы не справимся. Да и с двумя тоже, скорее всего, не справимся. То есть нужно как-то их выманивать по одному. Вот грабитель побежал. Грабителя один на один мы, естественно, убьем. Давай, иди сюда, иди. Так, еще сахар. Сахар можно употреблять в пищу, он тоже восстанавливает здоровье, но восстанавливает здоровье так, не ахти. То есть он, это, его лучше просто использовать для того, чтобы у торговцев купить какие-то более эффективные зелья. Так, проскочили мимо охраны, дождались, пока их не было. Так, где мы находимся? Мы вот мы, синий кругляшок. Красные — это враги, зеленые — это нейтральные персонажи, торговцы, крестьяне и так далее. Но я предлагаю просто по краю карты вот так вот двигаться, по северной стороне, до самого востока. Москит-мародер. Ну, поодиночке их лучше мочить, потому что тогда у нас повышается опыт. Вот эта белая полоска, видите, снизу, это опыт. Причем он растет даже не только после убийства врага, но и даже просто, когда ты наносишь ему удары. Поэтому, если есть возможность кого-то убить, лучше убить. Я не помню, говорил или нет. Я прошел на данный момент только вот эту первую миссию. Поэтому я в этой игре абсолютно не специалист, и я не знаю, что будет дальше. Я плохо понимаю пока что механику. Стража, сюда! Так, еще один. Москит-мародер. По одному их мочить одно удовольствие. Вот, внутренности богомола вывалились. Их можно скушать. Восстанавливает 20% здоровья. Но у нас пока 10% здоровья потеряно, поэтому пока придержим на случай какой-то жаркой схватки. Так, двое стражников идут сюда. Я бы, в принципе, не отказался их поодиночке замочить. Но именно поодиночке. Белым показан их радиус обзора, синим — радиус слышимости. Так, он в опасной близости. Давайте пока отойдем.
Так, вот теперь я могу его убить безнаказанно, стража, потому что его сюда. Друг, вот он, видите, зовет стражу, но поблизости никого нет, поэтому мы можем один на один спокойно его убить. Все, есть еще один убитый. Экскременты я вижу. Давайте скушаем внутренности богомола. Какая мерзость. Вот, и подберем экскременты. Экскременты тоже помогают, но уже хуже, чем внутренности богомола. Жизнь 10% добавляют. Ну, хотя бы так. Хоть что-то. Стража, сюда! Так, давайте, вот, выманиваем его. Выманиваем его, чтобы драться один на один. Черный солдат. Неплохой такой файтинг, да, вот если смотреть вблизи. Приемы, спецудары, все есть. Правда, мы на это воздействовать, как я понимаю, не можем. То есть мы можем только наблюдать. Еще белый сахар. Сейчас надо будет к торговцу заглянуть, потому что много сахара набрали. Было бы неплохо купить какое-нибудь зелье. А вот мы уже и добрались, собственно, до вот этого, как бы, огороженного лагеря. И где-то здесь должен быть сержант, у которого... часть карты. Черный солдат. Вот сержант. И он, зараза, прямо возле главного входа. Это значит, что будет проблематично. Тут много стражников ходит. Так, отходим. Уйду. Надо как-то выманивать. Помогите. О, черт, нас спалили, друзья. Причем они бегут сразу втроем. За мной. Какашки съедаем. Какая мерзость. Съели какашки, но они... Все, мы оторвались, вроде бы отстали. Нет, не отстают пока. Вот теперь вот смотрите, вот я убежал, один из них как бы отбился от своих, и теперь мы можем один на один его спокойно убить. Даже двоих победить практически нереально. Пока что. Естественно, мы будем повышаться в уровнях, она будет становиться все более сильной. Если мы будем... продолжать также эффективно истреблять врагов, мы прямо на этом же первом уровне можем подняться, получить следующий уровень. Вот еще один отбившийся солдат. Тоже мы его выманиваем и бьем в одиночку. Вот, вот он сейчас побежал за нами. И один на один спокойненько убиваем. Ух ты, огрел так неплохо нас. Ну наноси удар уже, что ты так и будешь обороняться? У нас уже 200 единиц сахара, очень много. Ну и стражи пока до хрена. Нужно продолжать их выманивать по одному. Я все-таки хочу на этом уровне получить... в этой миссии получить новый уровень для мирной. Сейчас надо подкараулить, когда кто-нибудь из них отобьется от остальных. Так, вот я специально себя показал. Отходим. Вот он побежал за мной. Один на один. Ну, кстати, у нас здоровья не так уж много. Возможно, придется сахар есть. Тратить сахар, а это драгоценная валюта. Ой-ой-ой, сахаром перекусили. 100 единиц сахара сожрали. Сахар, он малоэффективен для повышения здоровья. Так, внутренности таракана, здоровье 20, внутренности богомола, здоровье 20. Они равноценны по эффективности. Так, вон еще один стражник, давайте его тоже убьем. О, у нас, кстати, второй уровень, друзья. Я, правда, не знаю, в чем это выразилось. У нас появился новый уровень. Но я не знаю, чем мы стали сильнее. Ну, наверное, чем-то сильнее стали.
Здесь нельзя самому выбирать навыки там и так далее для повышения. Все это происходит автоматически. Какая мерзость. Так, я перекусил внутренностями таракана. Сука, какой солдат неудобный попался. Так, готов. В идеале надо всех мочить, чтобы уровень повышать. Так, я пойду. Так, я пойду внутренности богомола тоже съем. Какая мерзость. Перекусили. Так, еще один охранник. Давайте его тоже выманим. По одному. По одному довольно легко мочится. Так, лишь бы сейчас никто не прибежал тут на подмогу ему. Вроде никого поблизости нет. Стража, сюда! Черт, подмога пришла. Тут, как бы от везения еще зависит, как пройдет бой. Иногда бывает, что они... она носит удар за ударом, и мы просто это... погибаем. Иногда бывает, что она, наоборот, в одну калитку бьет. Какая мерзость. Так, перекусили внутренностями, собираем сахар. Сахар опять до хрена. Внутренности богомола. Кого еще можно убить? Чем больше мы убьем, тем больше опыта, поэтому... не останавливаемся. Вот черный солдат есть. Помогите! Так, сейчас за мной, боюсь, сразу двое побегут. Нет, побежал один. Ну давай. Сразись со мной. Перекусили какашками. А, внутренностями. Какашки плюс 10 всего дают. Внутренности 20. Так, у нас все три слота заняты сахаром. Так, вот еще один. Напомню. Ой-ой-ой. Так, там сразу двое. Там сразу двое, уходим. Черт возьми. Уходим, уходим. Кстати, вот черный сержант, у которого кусок карты нам необходимый. Сразу с двумя я не справлюсь. Так, все, они от нас отстали. Сейчас надо по одному выманивать. Сейчас они разделятся. Зараза, они не хотят разделяться. Ходят парой. Может, у них заскриптовано вместе ходить, я не знаю. Но сразу с двумя я никак не справлюсь. Вот как только один из них выйдет из синего радиуса, то есть из радиуса слышимости другого, и тогда можно нападать. Пойдем. Помощь он не получит. Стража! Черт. Стража! Сюда! Черт возьми! Уходим. Опять. Опять у нас не получилось. Так, а вот теперь мы можем нападать, потому что они разделились. Они уже теперь не вместе. Кто здесь? Помогите! Блять, уходим. Никак у меня не получается их разделить. Блять, там тоже охрана.
Там тоже стражники. Стража, сюда! Так, сержант остановился. Вот сейчас хорошая возможность замочить по одному их. Помогите! Да что ж ты, какая неловкая. Что ты, драться разучилась, что ли? Что такое? Так, замочили. Вот осталось черного сержанта добить. У него там второй кусок карты. Помогите! Так, внутренности таракана, капли крови, все это съедаем. Какая мерзость. И самое главное, первая часть карты у нас. И теперь нам нужно просто покинуть локацию. Значит, вот мы. Вот сюда нам нужно, на юго-восток. Там одинокий охранник один. Можно убить спокойно. Москит Мордрагона. Стража, сюда! Готов. Внутренности богомола. А, у нас уже места нет в инвентаре. Так, вон еще один стражник. Один. Поскольку он один, то я его убью. Москит Мордрагона. Что за шум? Помогите! То есть, по сути, я сейчас просто прокачиваюсь. То есть, мне нет смысла, еще раз говорю, их всех убивать тут. Но я хочу как можно быстрее получить повышение в уровнях, чтобы стать более сильным. Всего уровней 15. И, как я читал в одном из обзоров игры, то есть можно к середине игры уже набрать максимальный уровень. Вот что я сейчас и делаю. Вот этих тоже было бы неплохо. Стража, сюда! По одному выманить, то есть разделить их, чтобы они не были вместе, и по одному забить. Вот, вот. Иди сюда. Эй! Вот я их смог разделить. Теперь по одному убью. Ну что ты, удар будешь наносить или только защищаться? Я не знаю, надо кликать, надо по ним кликать. По идее, вроде она автоматически дерется. Ух ты, я сейчас могу и третий уровень уже получить. Так, перекусить внутренностями. Так, я не понял, почему она не кушает. А, потому что она здоровая. Так, а где второй охранник? Вон он. Догоним и убьем. Ты смотри, я уже третий уровень получил. В первой же миссии я уже до третьего уровня дорос. Хотя их всего-то 15. Это очень хорошо. Вообще, разработчики вот вроде как советовали, вот когда играешь за Мирну, да и вообще за других персонажей, проходить в режиме стелс. Но какой смысл? Ведь тогда мы опыт не будем получать. Какой смысл в режиме стелс проходить? Проще всех перебить. Смотрите, стража-то не осталось уже практически. Вон, на всей карте всего 5 врагов. Давайте я оставшихся добью. Нам все-таки уровни нужны. А где там? Стражник, вон он. Иди к папочке, к мамочке вернее. Стража, сюда! Ау! Ау!
Отлично. Кстати, смотрите, сундучок. Открывай, открывай. Чего я не понял, она его открыть не может, что ли? Так, какое-то зелье. Давайте тогда внутренности таракана выложим. Так, зелье частичного восстановления. Жизнь 50%. Отлично. Хорошее зелье. Кого тут еще можно убить? Вон стражник. Я, короче, решил полностью зачистить всю карту, потому что эти уровни нам понадобятся в следующих миссиях. Выйдем. Помогите. Готов. Так, ну вот там три стражника еще. Короче, да, я всю карту зачищу. Коль уж я приловчился, понял, как играть. А вот до меня, честно говоря, только сейчас дошло, как их мочить. Навык появился, потому что до этого не было такого. Я, в принципе, могу всю карту сейчас зачистить, тем самым прокачавшись. Тут сейчас много стражи будет, там надо будет это по одному выманивать. Так, сейчас вот этот уйдет, и мы... Вот он покинул зону слышимости. И мы можем атаковать. Хороший удар. Помогите! Черт, друзья, тихо, уходим, стража, уходим. Сюда. Уходим, убегаем. Блять, их сразу трое, это конец сейчас может быть. Сука, беги! Блять, ей не дают уйти. Выпил зелье. Так, нужно убегать. Тут шансов никаких нет. Нужно их растянуть, разделить на отдельные... единицы. Так, вот они от нас отстали, но меня это не устраивает. Мне надо все-таки их всех замочить. Вот они начали расходиться в разные стороны. Они, я так понял, хаотично перемещаются туда-сюда. То есть надо просто ждать. Зараза. Не хотят они разделяться. Попробовать ударить и убежать. Блять. Уходим. Уходим. Не хватало мне сейчас столько времени играть и проиграть. Меня могут замочить. Помогите! Блять, они опять вдвоем. Стража, сюда! Один из них, я вижу, он отщепился. То есть есть возможность его это... убить. Давайте я попробую вот этого сейчас атаковать. Хотя можно и вот этого атаковать, он тоже отщепился.
Так, этот готов. Все, отлично. Перекусим мозгами светлячка. Мозги светлячка плюс 30 дают. 35% восстанавливают. Хорошая, хорошая еда. Так, вот третий. Вернее, второй. Да, вы представляете, я всю карту, получается, зачищу. Помогите! Отличное комбо. Какая мерзость. Перекусили мозгами. Так, где там? Вот он. Последний из этой троицы. И там чуть южнее четвертый, и все. И карта полностью зачищена. И мы, получается, за один, за первую только миссию набрали 3,5 уровня, представляете? У нас уже третий уровень. Очуметь. Вот это да. Это, я бы сказал, очень эффективное прохождение. Так, за последним четвертым стражником я сейчас бегаю. И, знаете, надо, наверное, к торговцу заглянуть. Но тут есть риск, что игра вылетит, понимаете? К торговцу, когда заходишь, у него может... Вот это вот хищное растение, к нему близко приближаться не нужно. Так что к торговцу я все-таки сейчас заглядывать не буду пока. А может и рискну, не знаю. Вот если к этому торговцу заглянуть, то точно игра вылетит. Попробуй другого просто найти. Стража, сюда! Потому что эти предметы, как я понимаю, они перейдут на следующий уровень. Сам по себе сахар, он... таскать в слотах нет смысла, тем более их всего три. Так, ну что, я полностью зачистил карту. Мне сейчас нужно торговца найти. Вот торговец, но к нему опасно, я уже говорил. Грюконет. А может и не опасно. Короче, ладно, я сейчас сохранюсь и попробую к этому торговцу обратиться. Так, сохраняемся. Сохранился и пробуем. Фух, слава богу, игра не вылетела. Напиток частичного восстановления, напиток полного возврата маны, напиток полного омоложения, 100% здоровья становится. Напиток неуязвимости. Временно делает неуязвимым. 200 стоит, но это дорого, не по карману. Напиток частичного восстановления. Всего 25 единиц. А, ну у нас в слотах нету места. Короче, ладно, купить нечего, получается так. Потому что один из трех слотов занят картой. Ну все тогда, бежим. Это, заканчивается уровень. Вот тут только в конце под растение бы хищное не попасть. Все. Кстати, можно и с крестьянами торговать. Но тут опять же есть риск того, что игра вылетит. Давайте попробуем с крестьянином поторговать. Ну что? Он куда-то уходит, он нас не слышит. Здравствуй. Так, ты крестьянин. Пшеница. Ну это ерунда. Зерно. Нет, у него купить нечего. Да, за одну первую миссию уже третий уровень приобрели. Неплохо. Так, давайте вот этими мозгами перекусим. Мозги светлячка. Я пока сахар, карту выложу на землю, а подберу мозги. Какая мерзость. Так, ребята, а где карта? А, вот она, слава богу. Ее практически не видно. Вот это растение очень хищное и очень опасное.
Подальше от него нужно держаться. Все, миссия пройдена. Цель достигнута. Мирна получила первый фрагмент карты. Отлично.